невероятная история произошла в Эстонии с работниками, которые находились на плотине Синди, что на реке Пярну. Во время работы люди заметили в речке какое-то барахтание. Присмотревшись, они увидели, что в ледяной воде бьется живое существо. Если бы только работники знали, что за животное там находится, то, возможно, они побоялись бы войти в реку. А пока добросердечные люди рассекали лед, чтобы добраться до замерзшего существа, крупная собака уже выбилась из сил, поэтому была счастлива, что рабочим наконец-то удалось вытащить ее. Животное посадили в машину, и пес отправился в ветлечебницу. По дороге он вел себя очень тихо и даже положил голову на колени одному из спасителей. Когда мужчина дотронулся до его лап, пес лишь слегка приподнял голову. Когда врачи взглянули на спасенное животное, они пришли в шок. Все дело в том, что перед ними был вовсе не пес, а самый настоящий дикий волк. Об этом они сообщили людям, спасшим животное. И те не поверили своим ушам, ведь хищник так похож на собаку. К тому же он вел себя совершенно спокойно и никак не походил на лесного зверя. Его поведение объяснили врачи, определившие, что перед ним годовалый самец волка. Животное так перемерзло в воде, что его кровяное давление упало до критической отметки. Едва живой, он просто не мог проявить свои дикие повадки и покорно лежал возле человека. Если бы он не замерз, то неизвестно, чем могла бы закончиться для людей встреча с хищником. Впрочем, все закончилось хорошо. Волку оказали помощь, а затем надели на него специальный ошейник с GPS-слежкой, чтобы сотрудники агентства по защите окружающей среды могли наблюдать за ним. После этого волк был отпущен в дикую природу и наверняка уже присоединился к своей стае. В свою очередь, Эстонский союз защиты животных поблагодарил рабочих за спасение хищника, а также врачей за то, что они не побоялись дикого зверя и оказали ему необходимую помощь. Стоит отметить, что волки – частое явление в Эстонии. Однако они стараются избегать людей и в большинстве случаев ведут себя спокойно. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.